Всем привет, ребята! И сегодня я сделаю такой обзор на игрушку Dynasty. Игра вот так называется. Давайте пройдемся по меню. Тут есть уровень, который ты играешь, накапливаешь. Я еще немного поиграл. Также есть тут скин, можно свой сделать. Так продекорировать. Вот так. Вот я на такой, например, сделаю. Такой пускай будет. Вот, сейчас сделаем себе скин. Вот такой розовенький. Розовенький сделаем. Розовенький король. Тут можно магазин купить за деньги. Настоящие коины эти. Премиум. Коды есть, кстати, какие-то. Потом проверим их. Так, ну, сама игра. Играть, да. Тут показывается, что убито, построено, крафтено, собрано. Вот показывает, что я сделал. И также показывает, как вы флайер, да, и кто заработал сколько очков за неделю, за месяц, за сегодня. Также тут можно войти с других каких-то аккаунтов. Так. Еще можно именно само качество регулировать. Громкость игры, тряска камеры, движение камеры. Ну, короче, вот такие настройки, такие небольшие. Ну и давайте поиграем в эту игру. Итак, ребята, я вот так здесь заспавнился в этой игре. Надо ходить на F, S, A, D буквах. Можно на стрелках. Вот. Можно вот так бить. Камень. Так, и тут есть крафт. Крафт. Давайте скрафтим себе меч для начала. Меч хочу себе скрафтить. Сколько? А, вражеский. Так. Ничего пишет. Так. А, чат тут вот так открыть? Уп. Понятно. Вот, чтобы чат здесь открыть, надо нажать Enter. Так, сколько там на меч? Меч. 5. Так. Можно поднять на букву Е. Вот так нажимаем под ним. Немного дерева. О, еще валяется. И еда нам пригодится, как бы. Пирог тоже там пригодится для стрела, лук. Так. Дерево сейчас забываем, чтоб меч себе. Вот тут внизу сила показывается. А, мамочки, папочки. Вот такие монстры здесь бегают еще. Так, мы пока добываем бревно. Оп. На меч хватает. Так. У нас уже есть вот такой меч. А щит там есть? Вот щит. Давайте у нас сначала надо топор скрафтить. Топор. Топор. О! Так. И поднимаем. Пригодится. Так, топор есть. Теперь мы можем пойти добывать дерево.
Например, вот это дерево добудем вот так. Нам по два бревна всегда даются, потому что мы топор скрафтили. Я пока здесь на 38-м месте, потому что я вообще нубик еще. Самое последнее место. Иногда нам три дерева дается, вот силы уже кончаются у моего персонажа. Кирка, кирка. А тоже не помешает скрафтим кирку. Деревянный топор нам зачем, если у нас уже есть следующий топор? Это уровень надо повысить, чтобы это далось. Можно было скрафтить шляпу там всякую. Так, дерева у нас достаточно. Теперь надо найти медь. Медь будет как камушек такой, только немного по-другому выглядеть. Главное, на монстра не наткнуться, который захочет нас убить. Какие-то свинки бегают. Так, тут должна быть неподалеку медь, потому что начинается тропинка. По идее, так должно быть. Сбойники там бегают. Да, я здесь был, тут должна быть скоро быть медь. А еще здесь есть большой монстр. Белого паука. Видите, я уже не на последнем месте, я уже на 26-м. Так, но медь очень редко спавнится, так что ее сложно найти. Да, вот этого паучка убить. Пыль, какая-то пыль. Так, мы уже на 23-м месте. Давайте я включусь, когда найду медь. Ребята, я здесь немного ходил. Меня, короче, убили, но я уже скрафтил арбалет, было обидно. Ну ладно, у меня уже второй уровень. Медь я так и не нашел, она достаточно редко появляется. А это проблема. И по идее нам надо сейчас все сначала крафтить меч. Стрела какая-то призрачная. Вот того чела была такая катана, он меня убил с катаны. Немного вот так бьем. Создал топор. А вот он меня подобрал. И теперь бьем. Дерево добываем для меча. Немного, понемногу, понемногу, понемногу добыли. Теперь камень. Кирка. Так, понемногу. Бьем, бьем. И уже почти накопили. Вот, даем меч. Арбалет я уже вот такой создал, потому что у меня паутины было много. Щит надо было. Щит я не могу. Где на щит? Надо в пустыню идти, вот эти добывать. Давайте тогда. Будем. Дерево понемногу. Ночь становится. И вот так все. Добыли. Итак, ребята, я сейчас нашел медь. Сейчас я ее бью. Тут какой-то игрок на меня пытался напасть. Я ему не дал это сделать. Меч понемногу бьем. Кирку у меня сломали. Но я все равно бью так.
Понемногу. Подняли. На всякий случай держим меч в руке. Он все равно сильнее меня. Видели, я ему 8 нанес, а он мне 12. А, не надо, дядя. Фух. Нет! Нет, дядя, не надо, дядя! Не надо, дядя! Нет, дядя, не надо! Нет! Мне дом почти сломал. Кстати, да, это для вас был подарок. Я тут дом построила, он мне почти его сломал. Я пытался его сейчас обмануть. Так, ладно. Что сейчас делать? Надо, фух. Страшно. Так, я же медь добывал, да? Правильно, медь. У меня щит теперь есть. Арбалет, стрела. Стрела, стрела, стрела. Болотное зелье. Зеркало, лом, лом. Зачем мне лом? А, пускай будет. Тушитель, пипец. Да, я этого потушу. На. Тушил тебя. Ребята, вот такой ролик получился. Я сделал вам обзор. Я кончил этот ролик так коротко, потому что меня убили. Но если хотите вы продолжение вот по этой игрушке, то давайте пишите в комментариях, ставьте лайки. Возможно, я продолжу снимать эту игру. Ну, всем пока.